Доброго всем времени суток, с вами Dexter, Construction Simulator. Ну и собственно продолжим стройку, просто сначала хотел показать этот момент. Со мной тут в комментах начали спорить, что тут есть какие-то опоры для бетонной крыши наверху. Во-первых, как видите, опор нет, это все висит. А так нельзя делать даже деревянные перекрытия. То есть вот это вот. Это не опора, ни хрена, это барахло. Дальше. Тут держится все по периметру. Блин, надо от первого лица включить. То есть, видите, пусто. Ни одной опорной вообще колонны, ничего. Только вот эти внутренние стеночки, они типа держат. Они типа держат, у них ни диагональных перекладин, ничего. То есть здание может шататься в любую сторону. То, что тут вот бетонные... лифт и там по диагонали она из угла в угол не держит. Ай, а наверх мне как попасть? Тем не менее, потолок бетонный, видите, то есть огромная бетонная плита не держится ни на чем, ну кроме деревьях. Пусто. А главное, елки. Я сюда выберусь. Я ж под... А в подвале чего-то деревянные кабинки делают. Пипец. Что это? Так, все, выбрался. Она такая вот фигня. Сделана из... Но мне писали про СИП-панели. СИП-панели с металлическим каркасом. Это деревянная какая-то шляпа. Больше похоже просто доски вдоль и поперек сколочены. Короче, хренотень. Да. Ладно. Так, забетонировать потолок. Мне говорили не брать экскаватор, потому что придется еще копать. Ну ладно. Пошли что-нибудь забетонируем. А что, ты вправо не едешь? Да, главное. Проходимость 0, да? Для строительной техники это не очень хорошо. Так. А тут, по-моему, забетонировано. Вот тут забетонировано. Проскочу? Не проскочу. А мне надо проскакивать? Наверное, не надо. Так. Сейчас покажу, крыша бетонная, плита бетонная, держишь на деревяке, шпипец. Но, поскольку это рисовали люди, которые занимаются играми, а не стройкой, так вот и получилось. Так, есть. Давай, мне советовали вот так пересаживаться. Как паук стоит. Так, давай сюда. Блин, камера, хватит не ставить. Такое впечатление, что они хотели сделать камеру заднего вида, но не преуспели. Вот, стой. Стой. Через это пересаживаться, ну как-то не знаю. Сесть можешь. процентов тут немного заливать, машина пуста. Да, тут говорили, через F можно покупать. Выполнить, я попробую. Да? Ну, я не знаю, хорошо,
То есть он совсем быстро становится. Пишите, что думать по поводу такого способа пополнения. То есть, насколько оно допустимо. С другой стороны, да, я же в город все равно телепортируюсь. В принципе, получается то же самое. Что-то как-то она вот надо следующим скиллом взять растекающийся бетон, чтобы бетон растекался побольше площади, чтобы проще было заливать. Блин, ну видно, что прием налит. Ну ладно. А, это переланд залит. Ну ладно. И заливом. Блин, я, наверное, уже машину-то заканчиваю. Имею в виду цементолов, миксер. Мне кажется, она уже там к концу подходит. Все три, ну, не быстро, но заполняет. Как тут? Так. Ну, залей. Залей. Нет? Ну, почти. Чуть дальше протянул, не знаю почему, но ведь не дотягивается. 64. 64 мало. Или не доливаю, или чего. Либо одну иду. А потом мне вот сок там справа заливать, сок тут. 72. Сейчас кончится. Я, правда, больше в холостую лью. Но когда она вот так льется, мне кажется, она не расходуется, когда не залита. Ну, чтобы совсем сурово не было. Давай, 79. Я просто уже на крышу, получается, лью немножко. Так. Это мне 15% еще надо. Давай попробуем. А все. Вот так еще могу, конечно, сделать. Но это я уже наклоняю основную палку. 93. И цемент кончился, ёкарный бабай. Ну, реально вариант, чтоб туда не бежать. Зарабатываю на снижение постоянных клиентов. Ага. С телепортом. Так, ну может правильно, на самом деле. И цемент у меня еще останется. Ну, а, еще бассейн заливать, 100 пудов. Бассейн же тоже бетон для работы. Если он не надувный.
100%. Вы их под землю в области. Ну. Ладно. Эту я остановлю, чтобы не булькало. Так, и, пожалуй, все-таки от третьего лица побегу. Так, вот выкопать землю в области. Копать много, я думаю. Экскаватор, камон. Может, этим погрузчиком? Ну нет, погрузчиком, конечно, плохо. Ага, тут же опять звучится. Ну, прикольно вот это вот на прицеле пивать. О, разогнался. Тут вот не очень задавшую яму уже есть. Там кран уже есть. Копать не очень удобно. Ну, такое прям долгое. Чё-то я на этом отеле подзадержался. Что он. Ну, дотянется, мне кажется, поперёк. Ну, до половины вообще. Сейчас я разберусь. Это странно. Почему 1%? Я не понял. Вот эту землю можно было бы сыпать, грузовик и продавать. Серьезно, 5%? Ты же задолбаешь, что как-то. Я серьезно задолбаюсь, что копать. Ну вот это 5%, 1/20. Погодите, а если. А это глубоко надо? Ну-ка. Не глубоко. То есть на глубину ковша вот так. Забавно. Я какое-то время покопаю, потом поздно просто. Потому что, ну, долго. Если я буду копать еще целую серию. Потому что 100%, вот так по 1%, прям беда. Ну, в принципе, я местами по 2%, наверное, копаю, только что-то 8 было. Чертил так.
Не, ну, как бы копать я тут научился. Повернусь. А, нормально. Копать научился. Копаю тут нормально. Просто долго. Ну давай чуть-чуть покопаю и попробуем то, что зовется рабочим. А, мне писали, что это просто, ну, пропуск этапа. Возможность пропустить этап. То есть там вот в контракте этап, это вот как раз рабочий есть, которого долго обсуждали в комментах, что это. Ну, разработчики писали, что меню можно выбрать, в круговом причем, да? Вот круговое меню. Где рабочему завершить? Лампочка? Свет. Нет ничего такого. Что, смотри, 17%, довольно быстро какой-то. Тут главное научиться управлять этой штукой. То есть, ну, не столько сложно копать, сколько управлять ей не очень удобно. Не надо. Хорошо, не улетел. Бывает, наверное, такое видео. Упираешься во что-то, что не должно быть. И улетаешь. Я все-таки звук, наверное, потише сделаю. Аудио. Ну, диалог, ладно. Вот так, наверное, лучше. Сейчас по 1% пошло. Было в какой-то момент по 2, а сейчас по 1. Ох ты, чуть ям там здесь. Меньше. То есть так втыкаешь лопату. И пошел грести. 19-21. О, как. Сейчас 2. Хотя прошел меньше. Наверное, как-то вот вглубь тоже не стоит. Надо именно по поверхности шкрябать. То есть не глубокая она вот такая. То есть вот это вот нормальная ее глубина. Вот такая сила, да? 22. Просто сейчас попробую на мелкой глубине, как она. Как, будет больше процентов? Сильно больше? Или не сильно? Не, ну 22% в вертушку, видите, то есть не так тут много докопать. Не дотянул до 24. Давай. 25 сразу отгреб. Ну как-то оно там считается. Ну давайте посмотрим, что тут у нас с контрактами и прочими приятными вещами. Так, выкапывание. Пропустить задание. А, да, хочу. И шо? Чистит мечту. Хорошо. Ну вот это вот типа рабочий был, наверное, да? Так, там еще машина, я вижу. Так, машина.
тут немного, раз чуть. Она поклацала чем-то, ну, побежать распаковывать. Сейчас надо заливать. Давай, распаковывай. А я не посмотрел, денег-то не пришло, нет. Наверное, пришло. Погрузить строительный материал куда? Какие? Оно о чем? Я не понял. Я распаковал. Че и не так? Опять убрать что ли отсюда? Куда же погрузить строительный материал? Причем погрузить строительный материал? Я что-то... Очистить стройплощадку это должно было называться. Залить сплошной фундамент. Ну, теперь понятно. Бассейн заливаем. На паперле заливать. Так. Не тут, туда сюда. А что это как-то скрючилось странно? А, это полностью разложено. Угу. Да, блин. Вот так. Не туда. Все. Процесс пошел. Довольно хорошо заливается, кстати. Я, правда, что-то переосторожничаю, совсем по краю повел. Но ничего страшного. Сынок, просыпал. Небольшая площадь, но тут еще стенки. То есть я еще стены буду заливать, морочиться. Так. И в угол. Давай, давай, давай. Ты пальчик в угол, я нормально налью. Ну, очень узкой полосой наливаю. Да. Но зато без огрев. Не знаю, он толку компенсирует, но... Вытягиваем. О, у нее сейчас длина кончится, мне кажется. О. Норм. Даже можно чуть ближе. Ай, не настолько. Вот так где-то. Наверное. Блин. Вся механика сбилась. Пошевелил другим коленом машины, и видите, вся механика сбилась. 87% гостиничного комплекса построено. Я надеюсь, я в этой серии ты его закончу. Хотелось бы. Сколько его можно строить? Пять я дотянусь.
55 мало. Машина пуста. Так, что у нас там? Я ее еще чуть-чуть вытяну, но не на 55. Короче, всю эту фигню надо... 58. Блин. Я сильно-то ее не вытяну. Дай попробуем, чтобы понимать. Все, без вариантов. Складывать. Машина, извиняй, но ты ни при чем тут. Нет, то есть я тебя заполню, конечно. Но то надо ближе подгонять. Да, я помню, что я через Б прыгал. Можно через Б прыгать. Можно не прыгать через Б. Это ничего, никого ни к чему оно не обязывает. Хочешь прыгать, хочешь не прыгать. Ну давай уже трогайся. Она смешно буксует, пока вот не... Ну как бы не все лапки втянула, она просто на месте буксует стоит. И у него основную стрелу я не могу поднимать, пока он не растопырится нормально. Вот так как-то. Поперли. Заполним. А мне кажется, так вот дороже загружать машину. Не то чтобы это было существенно, но просто ощущение такое. Оп. Ой, стой! Назад, назад. Оп. Да что? Ты что тут? Во. А у меня арендовано тут что-нибудь есть? Да у меня все свое. Э? У меня и автокран свой. Золотики забрать. А, ну на складе стоит, да. То есть это все мое. Отлично, отлично. Просто отлично. То есть я с арендованной техникой покончу. Денег уже столько, что можно просто... Если что-то нужно, берешь и покупаешь. Ой, темнеет. Не люблю ночью играть. Когда в игре ночью, фактически в любой игре, не люблю. Ни хрена не видно. Ну, видно, но мне видно еще лучше пока, чем вам. Ютуб еще темнеет. Сильно. Просто темень этого. Понятно, что антуражно, ночь, все такое. Блин. Темно. Еще в дуалке умудрились базу построить в полярной зоне Тадоса. А там, ну, там просто не знаю, там просто она. Как точка вращения планеты полюс имеется в виду. И там. Просто регулярно полярная ночь. Там времен года нету. Поэтому она не изменится. Солнечного времени очень много, мало. И постоянно снимаю, постоянно темнота. Там очень малую часть дня. Там время, по-моему, как реальное. Вау. Те же 24 часа в сутки. Ночь. Часов 18 ночи. А, ну вот, видите, залезьте. Заливаем стену. Потом что-то льется куда-то.
Опа, опять кончилось. Да что ты будешь делать? А, реально вот не успеваешь. Только начинаешь наливать сразу. А, кончилось. Так, а ну что, заднюю придется стенку заливать? Дальнюю. Не, не придется 46%. А я уже половину налил. Девяносто. Даже нет, не даже, наверное. Да. Так бы все просто было. А я не в сторону. Вот тут налью и нормально будет. Ты дым. Я залил стену, дальше что? Распаковать материалы. За всегда. Я думал, что бетонная работа будет. Я еще точно не добетонил. Что надо. Где строим материалы? А, нет, спереди. Так, стоп. Побежали. Ну, просто еще не закончено. У меня же территория облагораживает. По времени 32 минуты. Блин. Что у нас тут? А, так это... Как раз оно и есть. Дорожки. Paving stones. Брусчатка, ну, типа мостовая. Очистить от всего. Ну, пойду чистить. То есть оно сейчас без меня застелит. Да. Вокруг бассейновая область. Она сейчас и без меня офигачит. Ой. О, как вылез. Все, тут не выбраться. Оп, выбраться. Интересно, для человека есть возврат в этой машине? Наверное, есть. Так. Мигнул задним светом, так и я опять вырубилась. Передачу не включил, да. Тут такой кусок, ну это дорожки. Так. Ну, машину-то я сел, а теперь мы из него выйдем. И его надо забрать. Да не F, G. Ну и чего? Не понял. Убрал. А, еще человека очистить, да? Пойду очищу человека. Ты-дым. Очистить вторую площадку вообще-то всего. Чего тут будет? Так, пойду по лесу кататься. Поговори с чиновником по туризму. Сейчас будет отделка. Я правильно понимаю? Ну, не просто что. Все это бросается так. Или, возможно, контракт закончится, а прошение территории будет отдельный контракт. Что ж так все растянуто?
Вон, давай поближе. Ну, давай. Гостиничный комплекс построен. Теперь я приглашу представителей городских властей и инвесторов и продемонстрирую им этот курорт во всей красе. Здесь хватит места для всех, но инвесторы уже мечтают приобрести дорогие участки у воды. Наверняка мы успеем устроить еще несколько заданий до начала весенних каникул. Задание. Время есть. Оно оштукатурено поверх дерева? Серьезно? Ну, красиво вообще. И моя техника стоит на этой на волейбольной площадке. Окей. И горничная стоит, ждет. Так. Ну, погнали. Чё отсюда надумать? Да всё надумать. На склад? О, вот так можно. Склад. Этот бетонасос прям потрёпан уже сильно. Да, этот тоже. Так, все. Все на складе. Продажа с кучкой материалов. Ну ладно. А, там бетон продается. Что-то в ковшах осталось и так далее. Ну что. Подсветка снизу такая, как положено. В отелях южных. Блин, пальма от меня шарахается. Ну что, ну здорово. Прекрасно. Тут, правда, гаюшник и свалка. Вот я вот отель с видом на такую фигню. Это как-то странно, да? Чё, мост есть, отели есть. Дороги мимо отеля опять-таки нет, тоже какая-то фиготень. Ну, что поделать. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.